Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам свою покупку. Сигареты Луч купил в интернете на одном из аукционов. Это старые советские сигареты, не очень частые, но очень качественные, как говорят. Они, к сожалению, без фильтра, ну а может это даже интереснее. Значит, сигареты овальные, как видите. Курение значительно сокращает жизнь человека, 20 штук. И вот здесь у нас надпись: сигареты Луч, овальные, Укрпищепром, Укртабак, Агропром, Черкасская табачная фабрика. Сделано по ГОСТу 90-го года, цена 30 копеек. Это, я так понял, что где-то 90-91 года выпуска. Вот я уже распаковал. Все клеилось очень быстро. И просто вот здесь капелька клея, вот здесь. И вот так выглядят сигареты. Запах очень вкусный. Я думаю, что делали раньше без добавок. Поэтому сейчас выну одну сигарету, попробую подкурить. Вы уж, ребята, извините, что может звук не очень сильный, так как очень ветрено сегодня, несмотря на лето, пришел какой-то циклон. И вот, а я нахожусь на даче, поэтому вы уж извините, если плохо слышно. Вот она, наша сигаретка. Сейчас закурим. Ну вот, дело пошло. Табачок крепкий. И вкус. Вкус очень хороший. Я уже перепробовал много разных сортов сигарет советского периода. И вот мое впечатление такое, что сигареты Луч хорошего качества. Я же говорю, несмотря на то, что они без фильтра. В основном курили там Ватру, Беломорканал и другие. Конечно же, табак иногда попадает в рот, но скажу вам, ребята, без всяких смесей, которые сейчас курят, вкус, конечно, очень классный. Но, ребята, конечно, не курите. Это все не очень хорошо. Мне просто интересно было попробовать старый табачок. Ну, а кто смотрел, вам, ребят, спасибо за внимание. Лайкайте, подписывайтесь и всем пока!